Всем салам, с вами Бро 2 Стар. И сегодня я вам покажу, как можно стать очень быстро в Майнкрафте и самым сильным. Ну, не забудьте подписаться и поставить лайк, чтобы не пропускать больше хорошего контента. И на колокольчик не забудьте нажать. Ну а мы, ребят, начинаем. Ну а что, ребят, быть очень быстрым в Майнкрафте, можно так еще выразиться. Вот, надо написать команду. Вот, команда довольно простая. Мы пишем эффект. Вот. Я чё, команда будет в описании, если я не забуду. Собака. И тут надо выбрать А или С. Типа, А это все игроки, С это, ну, можно сказать, вы. То есть один игрок. Но я выбираю в основном С. И пишем как раз саму команду. Команда довольно простая. Это SPEED. Вот. И пишем 9, 9, 9, 9. Надо сделать 5 девяток, чтобы эффект скорости был бесконечным. Вот, и пишем 225. И сейчас нам выдастся эта скорость. Вот. И да, ребят, вот нам выдалось. И мы двигаемся очень быстро. Щанки не успевают прогружаться. А животные как будто немного замирают. Вот. И вот столько она примерно будет длиться, эта скорость. Но сейчас, ребята, я вам покажу, как можно выдать, можно сказать, максимальную силу. Настолько сильно вы будете, что вы можете убить с одного удара и сушителя, Вардена и так далее. Для этого мы тоже пишем эффект. Вот. Собака, С или А. Вот, ну это как всегда. Вот. И пишем саму команду эффекта сил. Ну и вот, ребят, сейчас мы напишем саму команду. Вот. Пишем с Т. Ре. Ну, и тут уже высвечивается сама команда, поэтому просто переписываем. Вот, и пишем то же самое. Тоже 5 девяток и 225. Ну и все, ребят, у нас максимальная сила. Ну и сейчас, ребят, я вам наглядно покажу, что вы можете убить с одного удара даже эндер-дракона. И потом мы даже убьем иссушителя. Вот, смотрите, вот эндер-дракон и... Все, ребят, мы прошли Майнкрафт. Вот, давайте же попробуем сейчас с иссушителем. Ну и вот, ребят, сейчас у нас заспавнится иссушитель. И вы сейчас увидите то, что я могу даже иссушитель убить с одного удара. Так, вот у нас заспавнился и... Все, ребят, мы убили иссушителя. Ну вот, ребят, вот такой познавательный ролик, как по мне, вышел. С вами был Бро 2 Стар. Всем удачи, всем пока, ребят.